40-летняя исполнительница Светлана Лобода предпочитает держать личную жизнь в строжайшем секрете. Публике известно совсем немногое. Так, поклонники в курсе, что у певицы подрастают две дочери. 11-летняя Ева от украинского хореографа Андрея Царя и маленькая Тильда, которая в мае этого года исполнится 5 лет. При этом об отце младшей наследницы блондинки однозначных сведений нет. Хотя слухи указывали то на лидера немецкой группы Рамштайн Тиля Линдеман, то на некого женатого бизнесмена. А около полугода назад всплыла новая любопытная информация о Лободе. Выяснилось, что в жизни Светланы есть еще один важный для нее ребенок – крестный сын Андрей. Артистка регулярно уделяет внимание мальчику с особенностями развития. С тех пор, как он появился на свет, я всегда рядом с ним, признавалась и ранее звезда. Накануне Лобода разместила у себя в микроблоге редкую фотографию крестника. По снимку видно, что Андрей заметно подрос, он опрятно и стильно одет. Блондинка ласково обратилась к названному сыну у себя в соцсети. «С днем рождения, мой мальчик! Мы любим тебя, Андрюшка!» – написала певица. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.